Сегодня я решил провести небольшой эксперимент. Вот у нас имеется огнебиозащита. Это как бы от огня защищает и от насекомых он защищает. Решил еще вот с жидкое стекло экспериментировать и известь, какая из них будет защищать от огня. Вот обрабатывать комнаты, потолки, полы, чтобы обрабатывать, чтобы знали. Я что сделал? Взял такие палочки для эксперимента. Вот здесь огнебиозащита. Опустил вот эту чистую. Так опустил. Где-то оставил его где-то полдня. Потом еще один слой. Оставил полдня, еще один слой. Ну, где-то три слоя нанес. На одну палку, на другую палку три слоя известняка нанес, а на третью один слой жидкого стекла. Ну, это я вам просто показал, а у меня готовые уже есть. Там где-то они более недели у меня стояли. Для проверки я их оставил. Вот это у нас получается биозащита. Это получается известь три слоя. А это у нас жидкое стекло один слой вот отсюда идет. Сейчас я возьму газовый баллончик и проверим, какая из них устойчивая для огня. Этот горит. Немножко горит. Раз составляем. Второй это известь у нас. Тоже. А вот это же жидкое стекло. Она как бы горит, потом тушится. Это третье, и вот это чистая, без ничего. Чистая палочка. Закроем глаз. Посмотрим. Это без ничего, она быстро горит и много поврежденных мест. С известью, ну, тоже горит он, но поврежденная часть маленькая. Здесь тоже поврежденная часть маленькая, но он тоже горит, тушится. А вот где у нас жидкое стекло, он то же самое, но это то же самое горит. Практически можно сказать, они все горят. Мы провели такой эксперимент, но пишите в комментариях, какой лучше, какой более надежный. Мне кажется, хоть каким бы средством мы не обрабатывали, от огня его защитить тяжело будет. Единственная скорость горения или быстрота горения балок или доски уменьшить они могут, а полностью защитить от огня они не могут. Никакой огнебиозащиты, можно сказать, практически нет. Все, если вам понравилось видео,
Ставьте лайк, пишите в комментариях, какое лучше ваше мнение.